Одна из моей команды уже занял. Тихо. Вот такая на свинье. Ну что, как оно с утреца, как оно? Все, я потом все компроматы выберу. 26 число? Я потом все компроматы выберу. Компромат? Нет, Леш, на самом деле компроматы не нужны. А так как сегодня 26 число, можно поснимать. Итак, на лодке покатались. Уже покатались на лодке? Уже, да. Ты вообще уже пригласил, слышите? Пригласил. Я дорого не брал по пятерочке, но никто не согласился. Очкарика брал, но ни в какую. Сука, еврей. Это не дал пятерочку, да? Не дал пятерочку, зажал. Но мы с него спал. Мы с него пиво потом заберем. Я знаю, где их не эта оборона. Ты зря так. Садить бесплатно, а вы на берег уже за. Ты как этот лодочник. Ко мне даже никто не лез за деньги. Ты как этот лодочник, я знаю, что надо снимать потом за деньги. За евро. Дарин гад. Тебя даже за деньги. Я умею спать, лодочник. На самом деле, получилось очень красиво. Вон даже кукуруза идет уже. Кукуруза проснулась. Надя первая на лодке. Она меня не просит. Илюха, доброе утро. Дети рыбу соленую. Илюха дети. Очень замечательно в этой компании себя чувствует. Илюха в женской компании везде себя замечательно чувствует. Кукуруза, рыба. Вы выбрали не тех людей. Проиграет потом. Ребята, никого не волнует, кто что пьет. Волнует, кто в чем участвует. Тагил. Юля, по-моему, выигрывает, потому что она выбивает две бутылки, принимает по запречью. Опа, вот они тут под речком, пацанчики под речком. Ровный счет. Пока что, ребят, они пьют нормально оба. Оба пьют нормально. Лёля, не помогай. Орешки заливают. Чехия. Давай, чек. Лузер. Туз, ладно. Слава Кия! А если мальчик такой живот, если пить не можешь, то обидеться на мальчика. Аня помогает, открывая бутылки и допивая за ним. Допивая за ним. Аня не помогает. Почему? Я да взял. Потому что он лузер. Юра, 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 Юра,
Давай, я допью. Юра не допил. Я боюсь. Давай, давай, давай. Юра борется против Лёли. Юра борется против Лёли. Лёля отплевалась. Давай, я сдался. Лёля уже вытекает. Команда Орецкого сегодня. Давай, больше не наливай. Юра, сейчас Овакин на тебя смотрит. Да, да, надо, быстрее только. Жены помою, бог помогает. Но только я бы сказал одно, у них недопито чуть-чуть пива. И что же, и что же, и что же. 3-2, надо выигрывает за Юру Словакин. Так вот мы режем свинью. Here comes the pork. Это уже вторая, понимаешь? Таня, тебе понравилась первая свинья? А? Первая свинья тебе понравилась? Что понравилось? Свинья. Там не видно, столько свиней еще не съели уже. Что ты в кустах собираешься делать? А? Что ты в кустах делать собираешься? Экскурсию посмотрели. Не, не съедать. Вон, подожди. Brian, how come you know how to do that? Huh? Have you done it many times? Ну что, толстый, смотри, учись. Работают, работают профессионалы. Нет, нет, все. Ты отдохни теперь, ты отдохни. Давай, переодевайся. Точно как бучер. Бучер стайл. So, with your legs on or like мясо, это мясо. Там у нас генератор. Там все работает. Так, ну раз меня никто не снимает, если я сам поснимаю. Вот так вот. Короче, разделаем в прыжку. Там костер чуть подальше. Там у нас стол. Тут у нас генератор. Да, вот. И там Таня стоит, улыбается. Я смогу, кстати. Это сзади флаг. Ладно, Спасибо. Так, ну что, how is everybody doing? Это все, что осталось от прошлой свиньи. Вот все, что от нее осталось, только одна голова и... Ну что, ребята, как отдыхается? Отдыхаем хорошо. Так, ребята, вы там знак поставьте, курить запрещено. Смотри, бензин на траву течет, кстати. Ра-ра-ра-ра. Нифига себе, что-то понастраивали. Так, палатка лидер, самая мощная палатка. Там еще кто-то живой, живой еще есть. Все, вот тут выросли. Палатки, грибочки. Грибочки. Вот это вся наша большая компания такая веселая. Ты что с девушкой сделал, что она прям уснула? Не, я просто нагрелась, сейчас там на солнце пришла. А что ты сразу оправдываешься? Я его спрашиваю, что он сделал. Потом едешь, когда... А что там происходит? Пошли, пошли, что там происходит? Прямо перед Бустербанком дорога направо. Где? Царство, вот так все спят.
Так вот ты у нас солярку воруют все это время. А мы думаем, куда она, блин, уходит? Бензин, бензин. Он сейчас залил. Сейчас бы заехал, блин. Так, ну все, наше, как говорится, наше видео подходит к концу. Всем финиталя комедия. Олеся, Олеся, ты спишь? То есть вы должны этой иголкой пробить шарик. Оп-оп. Выигрывает только один момент. То есть вы должны пробить чей-то, но в этот же момент защитить свой шарик. То есть выигрывает человек, у которого остается шарик целый. Нельзя в руки брать, вы руками не пользуетесь. Ну как? Вы друг за другом прогрываете. Вытянул бы иголка. Ладно, я буду ходить, я буду носить. Ты на этого похож, блин. Пушистый зайки, блин. Тагил! Эй. Тагил! Вы почти готовы, ребята, вы поддержите, похлопайте всем. Ну! Тагил, я вас не слышу! Орешки готовы, и давайте, я начинаю! Чей шарик пробили, то выходит из игры. Остается три человека, два матча и так. Эрик, Эрик, ты все, у тебя нет шарика. Макс, лови ее! Зажали! Так, а ну у меня не шарик. На пороге атакуют со всех сторон! А вы с друг другом сначала разберитесь! Макс! Ты не ее, а его, наоборот! Я не знаю, мне подбежали оба! И я все, я все! Ребята, руками не пользуются вообще! Я предлагаю вам встать! Давай! Макс, устал или как? Я предлагаю вам на корточки встать! Макс от нее убегает! Так, ну давайте, ребята! Ребята, кто проиграли, снимите свои болтовки, сразу положите их на стол! Так, я вам предлагаю на корточки встать! Ром! Рома! Ребята, для вас двоих усложним задание, становимся на корточки, на четвереньки. На четвереньки, ребята, становимся на четвереньки, на руки и на ноги, и не подбиваем, и пробиваем. Макс, тебя это тоже касается. Руками не пользуемся. Ломай. Болевой. У нас есть победитель. Считается, салава! Победитель выигрывает! Победитель шампанского! Сейчас я ее только принесу! Тагил! Неси! Задолбали, иди сюда! Поиграли. Макс, кто тебе лопнул шарик, скажи? Он улетел. Все, вот у нас последний день. Все на расслабончике. А теперь попа на него сверху, прыгай давай. Пару слов. Пару слов об отдыхе. Уже третий день подряд. Холодный? Это холодный? Теплый, только что подготовили. Тепозавра. Его уже съели. Не могли его так съесть. А? Молодцы. Молодцы.
Припахал, припахал. Малый приз дает. Это шашлык. Давай, давай, все успеешь, давай. Его мало. Я знаю. Мало. Оказалось, мяса было так много, а оказалось, что все равно мало. А много выбросить. Я знаю. Второго поросенка так не делали. А что с ним делать? Суп варить? Нет. Суп? Не, ну мне кажется, его разрезали и сделали так. Не, это другой шашлык. Это вообще люди уже соизлезали. О, 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 пошла жара, пошла жара, пошла жара. Фу. Так, на покрывальца. Кто это тут ходит, шашлык? Ты успел, да? Какой-то кусок большой. Какой-то большой кусок, я вижу. Дай кусить. Он самый вкусный, кстати. А что ты такой вкусный? У меня был не такой вкусный. Мам, я хочу мясо! А если осталось мясо? Нет, нет! Илья, ты опоздал! Какой же пар? Все, нету больше мяса. Илюша, ты опоздал. Отдых. Вот так почти все начиналось, спустенько, и так это все и закончилось. О, папа делится, видите? Мы ползем. Здравствуйте. Здравствуйте. Давай, давай. Давай. Держи. Опа, дискотечка пошла, дискотечка. Видео. Вечером в клубе звучит «Отдыхаем». Так, девушка, активнее попой двигайте. А? Ну, так вот цепляют на дискотеке, смотрите как. Опа, модное движение. Мега-дэнс, мега-дэнс пошел, мега-дэнс. Крошка была. Крошка была, можно тебе на секунду? Можно тебя попросить что-то? Опа, опа. Джиги танцы, джиги, опа. Майкл Джексон вообще перевернулся в гробу сейчас. Этот прием Баки Спайдермен такой в клуб отходил. Нет, это Джастин Тимберлейк, Джастин Тимберлейк, я все понял. Ага, не ожидали.
Ну давайте, пару слов. Опа, ну что, пару слов о нашей тусе. А еще раз так сделать. О, получилось. Прикинь, эти бабушки, бля, какие-то бабушки. Ну что, девушки, вы что тут? Я здесь. А вы что тут хавайтесь от всех? О, танцуйте. Я типа сзади с микрофоном не подсвечиваю, от всех там так идет. Специальный, да, я интервьюшник. Ой. Опа. Что? Пешка, вы прыгнете? Нет? Ребята, party for everybody then! Антоха, ты еще с нами? Я с вами всегда. Опа, привет. Привет, наш кадр. Привет. Все, начинается ночная съемка. Это что-то обезьяна. А, я только что с шахты вылез. Все в Елгаву! Все в Елгаву! Аккуратно, аккуратненько только, да? Осторожненько занесите все. Парик, пролезай. Протаскивай. Давай, блядь, дурник. Да не нахуй, стой, блядь. Дурник или включай, давай. Нет, спать. Конечно. Лёхи, ещё спать тоже. Конечно, куда он делится? Мы сейчас замок повесим, амбарный замок. Будет спать, блядь. Так, все там. Кира, огонь, оставьте, пожалуйста, полчаса, да? Все, ребята. Спокойной ночи, блин. Давай. Пашка. Тагил! Тагил! Давай, я с ней. Ты полезешь сюда? Тагил рулит!